Горячая линия начала свою работу в администрации АГО по номеру 504200 на адрес электронной почты 504200@mail.angarsk-admin.ru или непосредственно на сайт angarsk-admin.ru можно сообщить сведения о ямах на дорогах города. О результатах выполнения работ заявителю сообщат по телефону или электронной почте. В течение 10 дней либо мы устраним эту яму, если это наша муниципальная дорога, если эта дорога не находится в муниципальной собственности, поверьте, у нас есть на территории города, к сожалению, такие участки, это федеральная собственность, подъезд к АХК, начиная от улицы Рыночной. Отметим, что на горячую линию можно сообщать лишь о проблемных участках городских дорог. О ямах во дворах собственникам следует сообщать управляющей компании. Ремонт внутриквартальных проездов входит в тариф на обслуживание жилья и прилегающей к нему территории.